Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем шить вот такие накидочки для собак из приюта. Вот. Вот так они выглядят. Эта накидка сшита для щенка, поэтому она таких размеров. Соня, иди сюда. Для маленького. Да, для маленького. Соня, ко мне. Соня. Вот так это выглядит на собаке уже постарше. Модель. Вот эту накидку мы сшили. То есть Соня у нас служила в качестве модели. Вот так это выглядит. Вот из трех деталей. Вот эта накидка на холку. Здесь фиксируется шейка на липучке. И здесь фиксируется... Здесь сюда. Фиксируется. Грудка. И вот так вот зимой тепло будет собачкам в приюте. И сейчас я вам покажу, как это делается. Соня, подожди. Да. Теперь расскажите, как это делается. Вот. Делается это из трех деталей, как я вам показала. Они вырезаются, то есть меряется от сюда до сюда. Это первый размер снимается. Второй размер мы снимаем от сюда до сюда. От боков... И обхват шеи мы снимаем. После чего... От холки до хвоста и шеи, да? Да. Угу. После чего мы вырезаем вот такие детали. Вот. Спина. Две одинаковые детали. Да, это спина. Это обхват, это у нас грудь. И шея. Две одинаковые детали. Сшиваются между собой. С трех сторон. Та деталь, которая покрупнее, ее можно до середины также прострочить. Эти две детали только с трех сторон. То есть вот так вот они прострачиваются, и все. Здесь составляем для того, чтобы вывернуть детали наизнанку. Вот это так выглядит после того, как мы их вывернули. Вот эту часть, которая осталась, мы просто между собой сшиваем вручную. Вот. И здесь то же самое. Между собой сшиваем и здесь. Затем вот эту деталь мы сшиваем с этой деталью. Вы выбираете, какой вам удобнее, какой цвет больше нравится. Может, у вас будет и однотонная ткань. Вот здесь мы сшиваем. Эту деталь мы сшиваем вот здесь. После чего в эти части, вот здесь и здесь, по размеру мы вырезаем липучку. По размеру. Вот здесь пришиваем. Вручную также можно пришить. Здесь. И с этой стороны. Потом эту часть берем тоже такого же размера здесь. Пришиваем. И вот эту часть лепим к этой. И в итоге у нас получается такая накидка. Вот это выглядит так. Ну и вы видели уже на собаке, на Софье. Да. Как оно выглядит. Наглядность уже была. Да, уже очень видели. Тепло будет собачкам в приюте. Вот мы 30 таких комплектов в эти выходные отвезем. Скажите, куда отвезете и чья идея заодно? Отвезем мы в питомник, в приют. Идея нашего волонтера Анны. Анна с Вогельсан из Штутгарта. Она помогает собачкам. Вот фотографии, кстати, этого приюта. Кишиневского. Да. Там очень много щенков. И вот... То, чем может. Мы в нашем случае одежкой. Спасибо.